момент, когда вообще хотелось все бросить, но поскольку... Бросить профессию или бросить нет, именно работу таганку? Вот на этот момент, вот, потому что ну, год был тяжелый, и, но поскольку это было, в общем, последний проект, который Валерий Сергеевич сделал в театре, да, то как-то ну, всеми усилиями нам хотелось довести работу до конца, и вот мы до последнего как бы так держимся, стараемся изо всех сил, не знаем, что получится. Но... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».